Прострем наши руки по нашей доброй традиции, помолимся и благословим наших деток, наше будущее. Дорогой великий Господь, слава и хвала Тебе. Мы славим Тебя и преклоняемся пред Тобой, и благодарим Тебя, Господь, за наших деток, Боже, за наше будущее, будущее этой страны, нашей церкви и наших домов, наших семей. Господь, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, наших детей, где бы они ни находились, Господь, в каждый момент времени держи их в своей руке, благословляй их, поднимай их, Господь, наставляй их. Боже святый, не дай им, пожалуйста, сбиться с Твоего пути ни направо, ни налево, ни на один шаг, Господь. Пусть они не отступают от Твоих путей, от Твоей истины, Господь. Боже святый, пусть они станут Твоим живым, красивым письмом, Господь, этому миру. Пусть через них является, Господь, Твоя слава, Твое лицо и Твоя любовь. Любовь, Господь, наставляй и научай нас, наставляй наших детей, учи их, Господь, Твоей Божьей безграничной и безусловной любви. Боже святый, благослови, пожалуйста, сегодняшний урок, сегодняшнее общение, Боже. Благослови учителей, воспитателей, преподавателей, Господь. Пусть через них изливается живая река Твоей благодати, Господь. Мы уповаем на Тебя и молимся во имя Иисуса Христа с любовью и благодарностью. Аминь. Аминь. Детки, пока.